Короче, ребята, моечка вот здесь организовалась около нашей мойки. Ну, такая тоннельная, как говорят, днище, вся вот эта вот барбитура. И, ну, мы подъехали на мойку мыться, человек подошел, видать, менеджер, говорит, бесплатная моечка. Ну, вернее, моечку мы только открыли, хотите мы вам бесплатно машину помоем? Я говорю, ну, давайте, попробуйте. То есть не заказная реклама, сейчас посмотрим, что там намоют. Ну, ни для кого, наверное, не новинка, сейчас обмоют машину, первичную такую мойку керхером, потом уже направят туда вон, на тоннельную, она помоет, сушка должна быть, не знаю, есть тут сушка, нет, посмотрим. А вообще, эта мойка уже давно тут. Ну, я не знаю само оборудование, она давно, я часто через нее ездил, ни разу не подъезжал. Я так думаю, здесь просто менеджер поменялся, и, ну, решили вот такую вот акцию сделать, что ли, привлечь людей. А на самом деле, работает это, не работает, ребят, не знаю, я сейчас посмотрю. Ну, во-первых, состояние щеток надо смотреть, чтобы вам машину не поцарапали. Ну, и у меня проблем-то нету, если чуть-чуть поцарапают, я могу покрасить, да? А дело в том, что я давно собирался, думал на тоннельную заехать, и в Бресте я хотел там на тоннельную мойку заехать, но все как-то времени не было. Здесь можно, ну, по крайней мере, своими делами какими-то позаниматься, ну, смотря у кого, какой род деятельности, мне-то надо и позвонить, да, и еще что-то сделать, и там заказы, может, какие-то оформить. И это время можно тут сколько, ну, 5-7 минут, может быть, это время у вас может освободиться, то что вы руками моете, опять же, протирать потом машину, вот это вот все. Ладно, проезжаем. Ага. Нормально? Нет, Рай, руль ровно. Ну и погнали, посмотрим, что моется. Приколдесно, ребята. На тоннельных мойках я мылся, то есть не то, что какой-то колхоз. Я и Крайслер мыл, да даже калибру мыл. Калибру мне говорят, ой, мы в этот все бампера пооторвел. Он у меня и так там порванный был. Но, в принципе, да, ничего не оторвали. Здесь тоже зеркала складываются, складываете. И сейчас нас будут мочалочки намывать, я так понимаю. У нас школа через 20 минут. Но у нас она здесь рядом. Значит, быстренько помоемся, посушимся. Вот, посмотрим, сколько занимает. Без 15 мы заехали. Отмыть. Быстро ездим, и мухи бьются просто очень жестоко. Да, набор такой неплохой. Заодно вы можете посмотреть герметичность салона, не течет ли у вас и окна, да? Не открывать окна во время мойки. Шампунька еще раз поливает.
Пипец, блин. Как будто 240 едет. Сколько вообще стоит вот так помыться? Вторая программа вот как сейчас. Ну полностью. 400 рублей. Самая дорогая 500. Нормально. Вот так, ребята. А это какой адрес у вас? Попова 1. Попова 1. Подходим. Ребята, все сделают. Так вот намыли, нормально. Блин, выдернул, она пометила. Где-то тут шипит. Выдернул саморез. Капец, где-то подхватил. Ладно уж, помыли машину. Есть вот такое, очиститель кожи. ОНБшная, ребята, ОНБшная, на сайте фаншоп можно будет приобрести, ссылочка есть в описании под видео. Давайте посмотрим, как она отмывает. У меня там мой засранный, я не знаю, там видно нет, но моя часть здесь, блин, намочил скотч, засрата. Меня это как бы раздражает, я ее хочу отмыть. И посмотрим как раз разницу. Я много не буду тут заклеивать, потому что мне тут вот надо, в принципе, ее всю надо отмыть. Так, это очиститель кожи. А есть еще такая у нас с абразивом. Все, немножко даем отмокнуть. Все, и погнали. Здесь, как видно, и спор, видите, поудалялась вся эта кухня. Так, ладненько помоем полностью, чтобы полоски этой не было. Здесь рука часто, и уже здесь даже, ну, структура кожи, она немножко подозносилась, ребята. Сейчас вот посмотрим, чистая тряпочка. Все, и кондиционером кожи протираем. Также у нас на сайте есть. Все, достаточно вот так протереть. Пахнет вкусно. Так, ребята, купили инвертор. Конвертер. Нет, на моей не висит, она просто стоит. Да, стоит. Да. Алеша, ты так и висит. Я лазил, нету. Да. Еще что-то там. Ага. На 8 еще. Там внизу? На 2, по-моему, уже. Просто расклады. Не, ну да, тут до аккумулятора добраться. История. Да и не надо так часто лазить. Я надеюсь. Так. Так, она, интересно, здесь вот есть у нас будет зазор. Так, тут мозги. Угу. Сейчас. Это нам хватит. Здесь, если он будет лежать, она нам не будет же мешать?
Слушай, ну я бы рядом с аккумулятором бы не ставил по одной простой причине, потому что она все равно от вибрации. Нет, мы, не, мы ее сейчас это, изолируем. Ну как-то надо закрепить, я думаю, хорошо. А что ты не хочешь, грубо говоря, вот сюда под... Там же ящик, блядь. Поддон, видишь? Так тут еще, блядь, вот это пиздец. Что это за поебень? В принципе-то, я думаю, устанавливать здесь его совсем не обязательно. К нему нужен будет подход, чтобы выключать, включать его. Хотя я потом подумаю, как это сделать. В принципе-то, его положил, и в дороге пусть он у тебя лежит. Все правильно? А когда надо, вот одел вот эти провода, то есть не стационарные вот так, это не тот. Вот крокодилы есть. В BMW там тем более спереди есть хороший подход клеем под капотом. То есть здесь ничего не надо будет открывать. Давайте просто посмотрим, как это работает. Фен 2000 ватт. Блин, даже пылесос что-то такое включить, чайничек какой-то. Короче, я думаю, когда надо будет включить, просто достал и это, и пользуешься. Не буду я его стационарно. Здесь вообще в аккумуляторе опасно лазить. Там вот видели красная эта кухня, это пиропатрон. Так как здесь быстро вы клейму не скинете, то есть в случае чего пиропатрон сам отстреливает вам клеймы, чтобы у вас не произошло возгорание. Стоит такая кухня 25 рублей вроде. Так. Еще здесь, да? Короче, решил не обременять себя сегодня этой задачей. Может быть, потом когда-то установлю. Но, в принципе-то, она не так часто нужна. Везде, где отдыхаешь, есть розетки. Это на природу я особо не езжу. Но вдруг какая-то ситуация нужна будет. 220 вольт, пожалуйста. Вытащил, к аккумулятору подключил. Там отдельные клеймы есть под капотом. И все. Пользуйся. На компьютер зарядка у меня от прикуривателя есть. К аккумулятору не надо подключать, 300 ватт. Ну, другая такая же. То есть ее подключил прикуриватель и заряжай себе компьютер нормально. Так что, ну, у меня это основное. Кофе на любой заправке можно попить. Ладно, сегодня все, здорово, всем крепкого настроения, бодрого добра, бабла, хлеба и мирного неба. Да. Yeah.